Сложную спецоперацию провели спасатели в Вольском районе Саратовской области. В районе Шихан в скважине правоохранители обнаружили тело убитого молодого человека. О том, что труп 24-летнего парня находится именно там, признались виновники преступления. Чтобы достать тело из скважины глубиной в 120 метров, следователям пришлось вызвать спасателей. В трубу диаметром всего 50 сантиметров сотрудники облспаса спускались несколько раз. Скважина оказалась наполовину заполнена мусором, а само тело застряло ровно посередине, на глубине 60 метров. По словам начальника областной службы спасения Юрия Юрина, операцию можно назвать уникальной, и подобные на территории нашего региона до этого случая не проводились. Спускаться вниз спасателю пришлось по веревке с помощью альпинистского снаряжения из-за очень узкой трубы. Обвязывать тело спасателю пришлось чуть ли не ногами. Вытащив мусор, а сверху он был еще и прикрыт огромной шпалой, труп молодого человека удалось извлечь и передать следственным органам. Вся операция заняла целый день.